Су-33, заводской шифр Т-10К, ранее известный как Су-27К, по кодификации НАТО Flanker-D, советский российский палубный истребитель 4-го поколения, разработанный для ВМФ России ВКБ Сухого под руководством Михаила Симонова. Первый полет Су-27К состоялся 17 августа 1987 года, а 4 ноября 1989 года Су-27К впервые в СССР осуществил взлет и посадку на авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза «Кузнецов». Принят на вооружение 31 августа 1998 года. Хотя текущие планы ВМФ Российской Федерации состоят в постройке новых палубных самолетов МиГ-29К, из-за их большей компактности и возможности увеличения авиакрыла авианосца адмирала флота Советского Союза Кузнецова, текущий парк Су-33, имеющий большую грузоподъемность и дальность, планируется сохранить и модернизировать. Для этого в 2016 году начато снова производство двигателей АЛ-31F серии 3 для Су-33. А также начато обновление авионики самолетов до прицельной системы СНП-24. СНП-24 содержит компьютерный баллистический вычислитель для бомбометания неуправляемыми бомбами, позволяющий добиться точности, сравнимой лишь с корректируемыми бомбами. А также предоставляет пилоту коллиматорный прицел для атаки визуально наблюдаемых целей и жидкокристаллический экран с отображением карты для атаки целей по координатам. Как известно, на первом в СССР трамплинном тяжелом авианесущем крейсере «Тбилиси», переименованном впоследствии в адмирал флота Советского Союза «Кузнецов», проходили испытания сразу трех самолетов палубной авиации – Су-27К, МиГ-29К и Як-141. В этом фильме мы постараемся разобраться с тем, почему для палубной авиации создавалось целых три типа самолета, в силу каких причин в итоге оказался выбран Су-27К и насколько это решение было оптимальным, какие летательные аппараты, кроме вышеупомянутых, должны были занять места на полетной палубе нашего первого трамплинного тяжелого авианесущего крейсера, и отчего уже в нашем веке состоялось второе пришествие МиГ-29К. В то время как флот с 1968 года разрабатывал атомные катапультные авианосцы, он вынужден был строить паратурбинные носители СВВП. Первоначально авиагруппы катапультных кораблей предполагалось обеспечить палубной модификацией истребителя МиГ-23. Эскизные проекты палубных МиГ-23А и МиГ-23К были разработаны в 1972 и 1977 годах соответственно. Но впоследствии, по мере готовности новых истребителей 4-го поколения, его должен был заменить палубный истребитель, созданный на основе Су-27. Первые проработки палубного Су-27 были выполнены ОКБ Сухого еще в 1973 году. В связи с постоянным переносом сроков строительства катапультных авианосцев и примерно в 1977-1978 годах от оморячивания МиГ-23 отказались окончательно. Зато в 1978 ММЗ имени Микояна
выступил с инициативой включить в состав авиагрупп будущих тяжелых авианесущих крейсеров палубную версию истребителя четвертого поколения МиГ-29. Предполагалось, что относительно легкие палубные МиГ и дополнят тяжелые Су-27, так же, как это предполагалось сделать в ВВС. И предложение было принято. В то же время и параллельно всему перечисленному ОКБ Яковлева разрабатывало самолеты вертикального взлета и посадки. Старт этому процессу был дан 27 декабря 1967 года, когда вышло постановление ЦК КПСС, которым предписывалось начать легкий штурмовик Як-36М, а затем в перспективе фронтовой СВВП истребитель. Как известно, легкий штурмовик конструкторы Яковлева создать сумели. В 1977 году Як-36М под обозначением Як-38 был принят на вооружение. А вот с истребителем дело категорически не ладилось. Истребитель-штурмовик Як-39 с новыми подъемными двигателями расширенной номенклатурой оборудования и вооружений имел мизерную дальность полета. Даже с коротким взлетом и боевой нагрузкой в 1 тонну его боевой радиус не превышал 200 км. И этого было, конечно, совершенно недостаточно. Тем не менее, ОКБ Яковлева продолжала работы по истребителю СВВП. Конструкторы-яковлевцы постарались замахнуться на сверхзвуковой истребитель. Первые проработки такой машины были сделаны в 1974 году. Як-41, изделие 48. Затем, в 1977 году, правительство приняло решение о создании сверхзвукового истребителя СВВП и представлении его на государственные испытания к 1982 году. При этом, согласно новому постановлению от ОКБ Яковлева, требовалось представить техническое предложение о создании сверхзвукового штурмовика на базе Як-41. Иными словами, к концу 70-х годов у некоторых руководителей и особенно ратовавшего за развитие СВВП Дмитрия Федоровича Устинова могло сложиться мнение, что создание сверхзвуковых самолетов вертикального взлета и посадки с достаточным радиусом действия не за горами. И, вероятно, именно в этом и кроется причина его указания прекратить проектирование катапультных авианесущих кораблей и строить в дальнейшем тяжелые авианесущие крейсеры-носители СВВП водоизмещением не более 45 тысяч тонн, оснащенных трамплином. Таким образом, получалось следующее. Разница между МиГ-29, не говоря уже о Су-27, и Як-38 в возможностях ПВО была не просто колоссальна. Это были в прямом смысле слова несопоставимые между собой машины. Як-38 с треском проигрывал новейшим самолетам четвертого поколения по всем параметрам. Но Як-41 — это уже совсем другое дело. Хотя и он не был ровней МиГ-29, но все же по отдельным параметрам уже был с ним сопоставим. Например, на Як-41 предполагалось устанавливать РЛС от МиГ-29. Кроме того, предполагалось, что Як-41 не должен делать взлет исключительно вертикально. Для него изначально предполагался режим взлета с короткого разбега, который в ОКБ Яковлева дипломатично назвали суперкоротким, вертикально наклонным взлетом. Это повышало возможности СВВП. Трамплин увеличивал взлетную массу Як-41, а значит и его боевую нагрузку или дальность полета еще больше. Это еще сильнее приближало возможности Як-41 к МиГ-29. Трамплин позволял рассчитывать на то, что Як-41 сможет выполнять не только функции ПВО соединения, но и наносить ракетно-бомбовые удары по надводным и береговым целям. Все это позволяло Устинову вновь рассматривать СВВП в качестве альтернативы палубной авиации горизонтального взлета и посадки. Надо сказать, что этот момент в спорах, что лучше, трамплин или катапульта, как правило, совершенно не учитывается. Дело в том, что сторонники катапульты и ее противники обычно рассматривают трамплин как альтернативу катапульте в качестве средства взлета самолета горизонтального взлета и посадки. Но изначально катапульта была предложена не для этого. В сущности, Устинов предлагал отказаться от самолетов горизонтального взлета и посадки в пользу СВВП, а трамплин рассматривался только как средство увеличения возможностей СВВП. Иными словами, в тот момент никто не задавался вопросом, что лучше, катапульта или трамплин для самолетов горизонтального взлета. Распоряжение Устинова сводилось к
Давайте уберем самолеты горизонтального взлета и посадки с корабля вообще. Оставим только СВВП. А для того, чтобы они лучше летали, сделаем для них трамплин. В ответ на это руководители ММЗ имени Микояна и ММЗ имени Сухого при поддержке командования ВВС внесли предложение продолжить работы по Су-27К и МиГ-29К. В связи с высокой тяговооруженностью эти самолеты могли быть адаптированы для взлета с трамплина. Устинов, возможно, с учетом достаточно скромных практических результатов программы СВВП, а может и в силу каких-то иных резонов, все же не стал складывать яйца в одну корзину. Да, он считал, что авиагруппа будущего тяжелого авианесущего крейсера будет состоять из СВВП. Но при этом он не запретил разработку палубных версий МиГ-29 и Су-27. Собственно говоря, его позиция относительно этих самолетов свелась к следующему. Хотите, чтобы самолеты горизонтального взлета оказались на палубах кораблей? Что ж, тогда вам придется научить их взлетать с трамплина. Вот так, собственно, в 80-м году и началась гонка трех истребителей за право занять место на полетной палубе и в ангарах советских тяжелых авианесущих крейсеров. Но каждая КБ, разумеется, двинулась к цели своим путем. В 82-83 годах были представлены и защищены аванпроекты МиГ-29К и Су-27К. При этом МиГ предназначался для ПВО в ближней зоне и имел второстепенные задачи – уничтожение кораблей противника водоизмещением до 5000 тонн и поддержка десанта. Су-27К должен был стать истребителем с большой дальностью полета, обеспечивающего ПВО соединение в дальней зоне. Як-141 должен был стать первым в мире сверхзвуковым многоцелевым СВВП. КБ Сухого приняло решение создавать Су-27К как палубную модификацию строевого Су-27, то есть по возможности сохранить на нем оборудование исходного самолета. Это, разумеется, не означало, что Су-27К вообще не претерпит никаких изменений по сравнению со своим прототипом. Но суть заключалась в том, что подавляющее большинство изменений касалось адаптации самолета под специфику морской палубной авиации. А вот его боевые возможности должны были остаться на уровне Су-27. Эскизный проект Су-27К был представлен в сентябре 1984 года, но подобная позиция не встретила понимания комиссии заказчиков. Дело в том, что в 1982 году стартовала разработка усовершенствованной модели Су-27 истребителя Су-27М. В контексте этого члены комиссии не понимали, зачем продолжать разработку перспективного палубного самолета на основе исходного Су-27. Ведь это привело бы к появлению самолета с ТТХ ниже возможных. Соответственно, по результатам рассмотрения эскизного проекта Су-27К, представители комиссии заказчика потребовали увеличения боевого потенциала самолета. Но руководство ОКБ Сухого смогло объяснить и отстоять свою позицию. Дело в том, что суховцы предложили работу над палубным истребителем разбить на два этапа. На первом следовало приучить самолет к палубе, сохраняя его возможности на уровне Су-27. Такое решение позволило бы, по мнению конструкторов, обеспечить поставки первых серийных Су-27К уже к концу 80-х годов. В то же время разработка палубного самолета на основе Су-27М – дело долгое, сроки которого легко могли быть сдвинуты вправо, сложностями доводки новейшего оборудования. И в этом случае серийные поставки Су-27К могли сильно задержаться. Зато после того, как все новинки вооружения будут обкатаны на новом Су-27М, ничего не помешает внедрить их на модификации палубного Су-27К. Это можно будет сделать достаточно быстро. С подобной аргументацией комиссия согласилась, и было достигнуто компромиссное решение. Су-27К создаются на основе Су-27, но при этом они получают способность использовать неуправляемое оружие, авиабомбы свободного падения и НУРС. Соответственно, основные изменения Су-27К в сравнении с прототипом заключались в реализации авианосной специфики. Разработаны и установлены на самолет двигатели AL-31F3. Они отличались от серийных двигателей Су-27 повышенной тягой в 12800 кГс, которую новые двигатели развивали в кратковременном особом режиме при взлете самолета и при экстренном уходе на второй круг.
улучшенные несущие свойства крыла за счет увеличения его площади примерно на 10%, и его механизации. Новая система дистанционного управления была полностью электрифицирована. У Су-27 она частично строилась на жесткой проводке и гидроусилителях. Усовершенствовано и усилено шасси для посадок на палубу. Предусмотрен посадочный гак, при помощи которого производится зацеп за аэрофинишер. Для уменьшения габаритов самолета при его хранении в ангаре или на полетной палубе было разработано складное крыло, а также складное оперение, потому что в противном случае оно выступало бы за габариты сложенных крыльев. Введено специальное антикоррозийное покрытие для эксплуатации самолета в условиях морского соленого климата. Установлено специальное пилотажное оборудование для привода и посадки самолета на палубу, а также модернизирована обзорно-прицельная система для взаимодействия с радиоэлектронными системами корабля. Разумеется, на этом список новаций не заканчивался, и самолет получил, быть может, не обязательные для самолета морской авиации, но очень полезные новшества, такие как систему дозаправки в воздухе и ПГО – переднее горизонтальное оперение. Надо сказать, что ПГО планировали применить еще на Су-27, но не сложилось. А вот на Су-27К все удалось. В результате применения ПГО и новой системы дистанционного управления Су-27К сильно выиграл в аэродинамическом качестве, то есть в маневренности. А кроме того, и это оказалось приятной неожиданностью, получил прирост максимальной подъемной силы самолета. В то же время вооружение, бортовое радиолокационное оборудование, прицельный комплекс, оптико-локационная станция и так далее оставались теми же самыми, что и на Су-27. Только прошли небольшую адаптацию для работы над морем. Пожалуй, единственной сколько-то значимой новацией стало увеличение точек подвески с 10 до 12, что позволяло увеличить боекомплект. Но это, в общем, было и все. Не надо ни рычащие поддержки воды, спустим право-право метр, зеленый курс, курс хорошо, на курсе надо выйти, на курсе отлично, зеленый курс, держись, хорошо, зеленый курс, только подтверждает. Траекторное управление отключено. Два, не торопимся. Сейчас прорулите, слушайте далее. Развернетесь на 180. После складывания крыла подождем, пока трос соберут. И далее я подскажу. Далее за троса на четвертую площадочку. И будут вас по команду встречающих. Я подскажу. Первоначально ММЗ имени Микояна пошли по сходному с ОКБ сухого пути и предполагали создавать палубный самолет на базе серийного МиГ-29. Но так же, как и ОКБ Сухого, в 1982 году микояновцы начали работы по проектированию усовершенствованной версии МиГ-29 – МиГ-29М. Надо сказать, что отличия МиГ-29М от первоначального МиГ-29 были настолько велики, что впору было говорить о создании нового самолета. МиГ-29М должен был получить измененный планер. При этом в планере МиГ-29М предполагалось использовать новый алюминиево-литиевый сплав и композитные материалы, а также отказаться от клепанных соединений в пользу сварных. Все это не только уменьшало массу конструкции, но и позволяло использовать внутренний объем для размещения топлива полностью. Ранее это сделать было нельзя из-за невозможности загерметизировать все клепанные швы. Запас топлива нового самолета должен был увеличиться на 1500 литров. Аналога цифровую электродистанционную систему управления, позволяющую реализовать концепцию продольной статической неустойчивости самолета. Вопреки распространенному мнению, первоначальные серии МиГ-29 и Су-27 подобным качеством не обладали. Новый двигатель РД-33К, оснащенный цифровой электронно-гидромеханической системой автоматического управления. На РД-33, установленном на МиГ-29, использовалась гидроэлектронная система управления с аналоговым регулятором-ограничителем. Новую систему управления вооружением С-29М
основу которой должны были составить новая импульсно-доплеровская РЛС и новая оптико-локационная станция ОЛС-М, значительно увеличившуюся номенклатуру используемых боеприпасов. При этом максимальная масса боевой нагрузки увеличилась с 2000 кг у МиГ-29 до 4500 кг. Количество точек подвески возросло с 6 до 9. Вне всякого сомнения, МиГ-29М представлял собой машину, чей боевой потенциал едва ли не кратно превосходил таковой у МиГ-29 первых серий. Если Су-27, Су-27К, МиГ-29 являлись машинами четвертого поколения, то МиГ-29М фактически становился поколением 4+. Но разработка подобной машины ставила перед конструкторами-микояновцами в разы более сложную задачу, чем та, которую решали их коллеги и соперники из АКБ Сухого. В то время как последние попросту адаптировали к палубе, находящейся в весьма высокой степени готовности Су-27, то ММЗ имени Микояна предстояло, по сути, создать новый самолет, немного напоминающий силуэтом старый, и параллельно делать на его основе морскую версию такого самолета. Первый полет МиГ-29К состоялся 23 июня 1988 года. Создание Як-141, увы, превратилось в одну из самых печальных историй отечественной военной авиации. Как мы уже говорили выше, СВВП всерьез в нашей стране занялись в 1967 году. И с тех пор Дмитрий Федорович Устинов не оставлял надежды на появление конкурентоспособного истребителя вертикального взлета и посадки. Но шли годы, а усилия АКБ Яковлева не приводили к успеху. В то же время взгляды на использование СВВП изменялись, поэтому тактико-технические требования на самолет периодически корректировались. Ряд сторонников ОКБ Яковлева называет подобные изменения причиной срывов сроков в создании Як-141. Но здесь, очевидно, телега поставлена впереди лошади. Ни в каком случае в момент изменения тактико-технических требований ОКБ Яковлева не могло продемонстрировать прототип, хоть сколько-то соответствующий предыдущему требованию. Так было и в описываемый нами период в 1977 году. Правительство в очередной раз поручает яковлевцам создать сверхзвуковой истребитель СВВП. Но до 1980 года едва удалось определиться с типом его силовой установки. Выбор был между единой с одним подъемно-маршевым двигателем по образцу Харьера или комбинированной, как у Як-38. В 1979 году разработали эскизный проект с единой силовой установкой. Представили его на комиссию и, по результатам рассмотрения, приняли решение создавать эскизный проект с комбинированной силовой установкой. Поэтому, да, в 1980 году в очередной раз было скорректировано тактико-техническое требование. Но нужно понимать, что работы по самолету в это время были в такой стадии, которая полностью исключала сдачу машины по первоначальным тактико-техническим требованиям на госиспытания в 1982 году. В соответствии с новым тактико-техническим требованием, корректировки в него вносились и в последующие годы. Самолет должен был стать многоцелевым, то есть вертикально-взлетным подобием МиГ-29. При этом необходимо было обеспечить укороченный взлет разбегом 120-130 метров, взлет с трамплина и посадку с коротким пробегом, а также использование подвесных топливных баков. В 1984 году произошли еще два важных события для Як-41. Умер Дмитрий Федорович Устинов, министр обороны, могущественный сторонник авиации СВВП и ушел на пенсию Яковлев. Ведущим конструктором по Як-141 был назначен Матвеев. В 1985 году появился первый опытный образец самолета, а в следующем, 86-м, начинаются его стендовые испытания. Тогда же выходит очередное постановление правительства с указанием разработать сверхзвуковой истребитель СВВП. Теперь его следует представить на государственные испытания к 1988 году. Но и эти сроки традиционно были сорваны. Прошел уже 21 год с момента, как истребитель СВВП был упомянут в правительственном постановлении впервые.
Но на госиспытаниях он так представлен и не был. Именно в это время Як-141 получил свое обозначение. До этого его называли Як-41. Работы, тем не менее, все же двигались вперед. 9 марта 1987 года Як-141 совершил первый полет с горизонтальным взлетом и посадкой. А в 1990 году впервые осуществил вертикальный взлет и посадку. К моменту, когда техническое состояние корабля позволило приступить к выполнению полетов с его палубы, строго говоря, ни один самолет официально еще не начинал летно-конструкторские испытания. Однако же, по инициативе Симонова, в 1988 году было принято решение испытать Су-27К на палубе корабля. С аналогичным предложением вышли и ОКБ имени Микояна. И аналогичное разрешение было получено для МиГ-29К. Не приходится сомневаться, что если бы ОКБ Яковлева могло поступить аналогичным образом, они бы так и поступили. Но проблема заключалась в том, что по состоянию на 88-89 годы у яковлевцев попросту не было самолета, который можно было бы посадить на палубу. Як-141 был к этому банально не готов. Впрочем, надо сказать, что по крайней мере в 88 году выбор в пользу Су, МиГ или Як еще не был сделан. При этом фаворитом на тот момент, пожалуй, следовало считать МиГ-29К. Коллегия МАП склонялась именно к нему, в силу его меньших размеров и, соответственно, возможности укомплектовать авиагруппу тяжелого авианесущего крейсера большим количеством машин. Тяжелый авианесущий крейсер «Тбилиси» впервые отошел от заводского причала 21 октября 1989 года. Причем сделал это без обязательного предварительного размагничивания и докования, а также без ряда систем, при которых в другом случае кораблю никто не разрешил бы отойти от стенки. Но испытания самолетов были чрезвычайно важны, и высокие инстанции дали свое добро на выход. И вот в 13:46 1 ноября 1989 года впервые в истории Отечественного военно-морского флота на палубу корабля сел самолет горизонтального взлета и посадки Су-27К, пилотируемый летчиком-испытателем Виктором Пугачевым. Финишерная готовность. Установка 20,5 тонн. Первый финишер готов. Установка 20,5 тонн. Третий финишер готов. Второй финишер готов. Четвертый финишер готов. Так, машина готова. Самолет на глиссане идет в желто-зеленой зоне. Изменили? Нет. Наблюдаю. Была команда установления. Наблюдаю, управляю. Удаление 2, справа 3. На курсе красно-зеленый. Удаление 1,5 в желто-зеленой зоне. Удаление 1 в зеленой зоне. Удаление 500. Хорошо. Гасани, есть зацеп. Кричали «Ура!» и палуба превратилась, значит, в такой, значит, танцхолл нельзя сказать, но поскольку на корабле было еще очень много сотрудников Черноморского судостроительного завода, которые доводили корабль и сдавали, то радости было, значит, через край. После этой посадки Су-27К получает новое наименование Су-33. Этот день, довольно теплый для ноября, готовил участникам событий еще немало приятных минут. Спустя полтора часа над глиссадой появился самолет МиГ-29. Серия пристрелочных заходов МиГ-29, пилотируемый летчиком первого класса, героем Советского Союза Аубакировым, идет на посадку. На этом фоне всякие рассуждения о Як-141 попросту теряют смысл. Данный самолет находился в еще более ранней стадии развития, чем МиГ-29М и МиГ-29К. И хотя в своем классе он был однозначно впереди планеты всей, по большей части из-за того, что на планете, кроме нас, почти никто СВВП не занимался. Ну, конечно же, полноценной заменой тяжелой и легкой истребительной авиации страны он стать не мог.
В то же время развивать его и далее можно было только пустив по миру и КБ Сухого, и КБ Микояна. Говорить о том, что аварии стали причиной прекращения работ по МиГ-29К и Як-141, нельзя. Если бы руководство Сухого попробовало это сделать, им бы немедленно указали на только что потерянный Су-33. Здесь все три КБ были примерно в равной позиции. Что же до подковерной борьбы, то она, вне всякого сомнения, присутствовала. Ну как могло быть иначе? Ведь три перечисленных конструкторских бюро конкурировали между собой. И не приходится сомневаться, что у КБ Яковлева и МиГ оказались в известной мере ослабленными к 1991 году. Сам Яковлев к тому времени ушел на пенсию, а у его последователей просто не было проектов, на которых они могли бы составить себе имя. В то же время, в самом начале палубных испытаний, главный конструктор МиГ-29К Вальденберг слег с инфарктом. Да и здоровье генерального конструктора Белякова тоже не позволило ему прибыть в Крым. А вот высокие представители КБ Сухого там были. И это, конечно, не могло не сыграть своей роли. Тем не менее, судьбу Су-33, МиГ-29К и Як-141 определили отнюдь не тщательный анализ их ТТХ или интриги конструкторов, а вынужденная экономия на вооруженных силах страны. Если бы дали Су-35 сейчас бы в руки, ух, что бы с ним бы сделал бы? Во-первых, значит, система управления, конечно же, не такая, как на этом самолете, если на том еще нужно было что-то там контролировать, что-то там, ну, в общем, масса вещей, то здесь, как на Мерседесе, значит, ах! А что случилось бы, если бы Российская Федерация не была столь ограничена финансовых ресурсов? Какой истребитель наилучшим образом отвечал бы задачам, ставящимся перед авиагруппами советских тяжелых авианесущих крейсеров?